В Сирии правительственные силы ведут бои в городе Дераа против отрядов группировки Джабхат ан-Нусра. Эти кадры, свидетельствующие об интенсивности столкновений вблизи от границы с Иорданией, были распространены в четверг в социальных сетях. Сведений о потерях сторон нет. По сообщению правительственного сирийского агентства САНА, накануне 6 мирных жителей были ранены в результате минометного обстрела боевиками жилого квартала города. Дераа контролируется сирийскими правительственными войсками. Отряды Джабхат ан-Нусра удерживают ряд поселков к северу и западу от города. В четверг в Москве спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура провел переговоры с министрами обороны и иностранных дел России. Он поддержал усилия, которые предпринимаются на переговорах в Астане по прекращению огня и началу политического урегулирования конфликта в Сирии, а также отметил роль совместных усилий Москвы, Стамбула, Тегерана и Дамаска в этом процессе.